Добрый день, дорогие друзья, это Виктория Роготнева, и сегодня я хотела бы вам показать небольшое видео на 3 минуты, как мы 2 года назад переходили границу Сомалиленда и Эфиопии. Это было очень увлекательно, особенно когда мы поднимали веревочку для того, чтобы пройти границу. Съемка велась с моим другом Дмитрием Мартыновым на простой айфончик, и почему, вы это сами поймете, когда посмотрите это видео. Если вам нравится мой канал, не забываем подписываться и задавать вопросы, на которые я отвечу в следующем обзоре. Спасибо. Так, я прохожу третий раз эфиопско-сомалилендскую границу. Это пункт выхода. Так, сейчас я иду по нейтральной полосе. А тут животные гуляют. Это кат продают. Привет, привет, девочки. Это местность окружающая. Красотища. Красотища. Привет, привет. Я не знаю. Так, а это вход на эфиопскую границу. Через нее можно просто перешагивать. Ну, собственно говоря, да. Вот она граница. Вот сейчас я перешагну. Давай, сними. Это надпись на границе. Вот пропускной пункт. Так, я как пошла это самое. Смотри, сейчас выглянет. Без права переписки, 20 лет. Обратно откуда пришли, в смысле? Угу. Транспорт проезжает на эфиопскую границу. Вон там Сомалиленд. Ну что, собачку отдаете, да? Собачку отдаете? Молодцы. О, две. Ай, вы молодцы какие. А вот тут грязька. Козы. Дерево красивое.